Лазанья, как известно, блюдо трудоемкое. Но если у вас есть хлебопечка, то она сможет облегчить процесс приготовления теста. Листы, приготовленные по этому рецепту, получаются мягкими и вкусными. Лазанья из листов домашнего приготовления получается мягкой, нежной и очень вкусной. Следуйте рецептуре, и вкус вас обязательно порадует. Яйца 3 штуки. Мука пшеничная 250-300 грамм. Соль 0,5 чайных ложки. Растительное масло 1,5 столовой ложки. Количество порций 1. Подготовьте необходимые ингредиенты. В ведерко хлебопечки разбейте яйца, добавьте растительное масло. Добавьте муку, соль. Установите ведерко в хлебопечку. Выберите программу теста. Включите на 15-20 минут. Как только тесто замесится в однородный комок, остановите замес. Переложите тесто в целлофановый пакет и уберите в холодильник на 30 минут. По истечении времени достаньте тесто из холодильника и разделите на 4 части. Каждую часть поделите еще на 2 части. Таким образом, у вас получится 8 частей листов. Каждую часть раскатайте в прозрачный пласт по длине своей формы, в которой будете делать лазанью. В моем случае это 24×12 см. Очень важно, чтобы тесто было раскатано максимально тонко. Это влияет на вкус. Вскипятите воду в просторной кастрюле. В кипящую воду опускайте по 2 подготовленных листа. Как только они всплывут, вынимайте из воды. Листы перекладывайте на тарелку, поперек друг к другу. Таким образом они не склеятся. Приготовьте лазанью удобным вам способом. Вкусного вам блюда!